Пандемия коронавируса, ограничительные мероприятия и прочие невзгоды прошедшего года не могли не сказаться на демографии Великоустинского района. В 2020 году зарегистрировано 187 браков против 257 в 2019. Здесь напрямую сказались меры по социальному дистанцированию населения. Вопреки всем слухам, длительный период самоизоляции не привел к увеличению количества разводов. Даже наоборот, в прошлом году официально разорвали семейные отношения 176 пар. На 5 меньше, чем в позапрошлом. А вот рождаемость упала. В 2019 году родились на 43 малыша больше, чем в 2020. Смертность, как ни странно, учитывая обстановку, даже снизилась. Но все равно в среднем покидает нас в 2 раза больше устюжан, чем рождаются. За отчетный период зарегистрировано 4 двойни. Родилось 214 мальчиков и 212 девочек. Наиболее популярные имена – это Артем, Матвей, Михаил. Среди девочек – Ева, Мирослава, София. В 2020 году составлено 867 записей актов о смерти, что на 10 меньше показателей 2019 года. За 3 недели 2021 года родились 23 ребенка, зарегистрировано 67 смертей. В новом году пока расстаются больше, чем сходятся. 12 разводов и 8 браков соответственно. Ну и хотелось бы завершить сюжет на любопытном факте. Сегодня на земляном мосту появится сразу 4 новеньких замочка. Спросите, почему так много? А все просто. Любит наш народ красивые даты, особенно когда они зафиксированы в паспорте. Сегодня 21 января 2021 года 21 века. Такие совпадения случаются очень нечасто. Что тут сказать? Совет да любовь вам, устюжане. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».